связи, скажем так, к Евангелию, к Богу. Одна из них, которую, вот, и, по крайней мере, я слышу в своей жизни, это то, что апостолы были просто рыбаками, якобы неграмотными людьми, которые, может быть, ну, собственно говоря, от себя этим унесли, как считали эти люди. Но парадокс Писания знаете в чем? В том, что Бог избрал кого? Помните? Вспомните, кого Он избрал? Немощное мира. Вы согласны? И вот в этом свете, как-то, знаете, все обретает свой смысл, все обретает свои краски и понимание, потому что мы не делаем, мы не живем своей жизнью. Мы живем жизнью Бога. И уже не важно, слаб ты или не слаб, потому что в Господе что происходит? Мы становимся с вами сильны. Мы становимся с вами богаты. Может быть, нематериальными вещами, хотя Бог благословляет и так, а сильны Духом, Святым Духом, который может приводить людей, которым мы можем возвещать Царство Небесное, которое у нас стоит. Для меня, по крайней мере, это очень сильное ободрение. Ну, потому что в чем-то я слаб, наверное. Буду петь.